Представители администрации, правительства и компании ПАО «Т-Плюс» провели встречу без галстуков, пригласив журналистов. Обсудили переход Ульяновска на альтернативную котельную. Дискуссия получилась жаркой. Многих до сих пор интересует вопрос, как новинки в теплоэнергетике повлияют на жизнь ульяновцев, а главное, повысятся ли тарифы. Для начала альтернативная котельная – это метод расчета тарифов на тепло. Для всех потребителей в городе устанавливается предельный уровень цены на теплоэнергию, который рассчитывается исходя из затрат на подключение, обслуживание и строительство нового источника тепла. Модель предусматривает создание единой организации. Было задано много очень вопросов. Вопросы острые, актуальные. Действительно, люди хотят разобраться в этой теме. Нам приятно отвечать на эти вопросы, потому что мы действительно за тот период, который прошел, сильно погрузились в эту тему. У него есть, у этого закона, огромное количество плюсов, которыми действительно нужно грамотно распорядиться. Напомним, что именно Ульяновск станет первым городом в европейской части России, который с 1 января 2020 года переведут на новую модель рынка тепла. На альткотельную уже успешно перешли город Рубцовск в Алтайском крае и Ленёво в Новосибирской области. По словам заместителя директора ПАО «Т-Плюс» по коммерции и развитию Александра Виллисова, Ульяновск в качестве пилота был выбран не случайно. Ульяновск осознал, что этот механизм для них является приемлемым и с точки зрения роста тарифа, и с точки зрения объема инвестиций, поэтому они для себя приняли такое решение. Метод альткотельный позволит компании больше вкладывать в развитие теплоснабжения Ульяновска. По предварительной оценке инвестиции составят около 8 миллиардов рублей в течение 10 лет. Перспектива, она для нас ясна. Мы должны увеличить качество с обеспечением надежности, которые, безусловно, должны ощутить граждане города Ульяновска. Что касается тарифов, то в нашем городе плата за отопление у потребителей разная, даже если люди проживают в соседних домах. В следующем году самые высокие тарифы в городе будут замораживаться на 5 лет. У остальных потребителей тарифы постепенно вырастут. Как результат, у всех в городе установится одинаковая стоимость тепловой энергии. В 2020 году средний рост платы за отопление не превысит 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Тем временем, по словам Александра Виллисова, новую модель рынка тепла начнут вводить в других городах России уже со следующего года.